Аграрии просят правительство сохранить объем средств на субсидирование АПК. Просьбу бизнес-сообщества в ходе сегодняшнего заседания правительства озвучил глава агрофирмы «Родина» Иван Саор. По его словам, нынешнюю активность инвестирования в АПК, то есть более 26%, надо сохранить. Особо выделяет бизнесмен действующие правила по инвест-субсидиям. По данным Министерства сельского хозяйства, с этого года возобновлено субсидирование оригинальных и элитных семян. Отменены минимальные нормы. Изменен механизм финансирования удобрений. Теперь фермеры могут выбирать их по качеству и цене вне зависимости от страны происхождения. В животноводстве, если раньше откормочники получали дотации от 400 голов скота и выше, то теперь и от 100 голов. Благодаря изменениям именно мы серьезно продвинулись по направлению диверсификации производства. Было много внесено изменений, и эти площади, которые сегодня по масличным культурам увеличиваются, это не случайно, это именно подтверждение того, что нашли правильное применение государственной поддержки. Мы благодарны за серьезные изменения по вопросам субсидирования семеноводства.